Черт возьми, целое поколение наливает бензин на заправках, обслуживает столики, рабы в белых воротничках. Реклама заставляет нас бегать за машинами и одеждой, работать на работе, которую мы ненавидим, чтобы купить дерьмо, которое нам не нужно. Мы побочные дети истории, без цели, без места. Цивилизованные люди сожрут друг друга. Ты это не то, где ты работаешь. Ты это не твой счет в банке, сколько на нем денег лежит. Ты это не машина, которую ты водишь. Ты не содержимое своего бумажника. Ты не цвет хаки, который на тебе надет. Ты танцующий и поющий дерьмо мира. Yeah.
Есть типы, которые действуют вне всякой логики. Их не подкупить, не запугать, не договориться и не прийти к компромиссу. Эти люди мечтают видеть мир в огне.